подсматривать. А жилки будешь вязать? Да. Жилки, конечно, будешь? Я их действительно. Ну, кстати, надо как-то научиться вырывать эту белую жилку. А я ее чуть-чуть отрезаю, самую толстую, и все. Так, кто не спит-то у нас? Кто не спит-то? Давно не виделись. Давно не виделись, ё-моё. Целых, наверное, полчаса, да? Уже, наверное, достал вас своим перископом. Наверное, никто столько не перископит, сколько я, да? Да, со мной стал больше перископить. Белка в день надо 350-400 есть мне, но я сейчас не доедал. Сейчас буду. Да, Ксюша готовит. Да, сегодня я. Кто там сам во мне сомневался? Полжизни в перископе. А что надо гарнир будет? Надо рис поставить. Да, рис. Ай, холодная вода. А ты его влево. Влево крути. Еще, наверное. Что не нормально? Надо же холодная вода. Я поставлю. Хочешь? Давай сейчас рис варить. Надо пока теплая. Да пофигу. Какая разница? Для... Чемпион России по перископу. А ты же рис не будешь, да, на ночь? Не, не буду. Овощи. Тебе салат сделаем. Сейчас я себе... Да я хочу себе сама салат сделать. Сама себе сделать? Нет, я хочу салат вообще сделать. А. Вчера ты готовил. Хорошо, все, я молчу. Ты просто паришь. Я, короче, перископлю. Да? Чего? Завать на ночь. Что-то не догнал. Сейчас что-то будет. Я не знаю, чего будет готовить. Короче, в каких-то пакетах там. Сейчас посмотрим. Я сам. По-новому. Новый рецепт у нас. Я еще пока не знаю. Я могу с вами поболтать и будем палить. Да, вырезаю, как чуть-чуть ее отрезаю и все. С ногтями просто. Ну вот, тренируйся с ногтями с новыми. Покажись. Смотрите, какая футболка. Спецназ. Спецназ Альфа. Чего тебе еще, блядь, сделать? Нахуй, пошел отсюда. Семейка кулинаров. Ну, надо с тобой точно. Да, кухню. Вес у меня, не знаю, какой, не взвешиваюсь в последнее время. Молоток, дай, пожалуйста. Молоток. Ты хочешь отмудохать? Да, чтобы она мягкая. Ну, ты пока вырежи, я тебе потом дам. Он вот здесь в столе. Дела вообще отлично. Ночной смак. Ну, в смысле, долго ехали. Минут нам 15-20 ехать. Ну, пока это здесь... Мы пока здесь это пакеты разложили с магазина, пока там то все, 5-10. Ну, в смысле, подготовились к перископу. Индивидуально бы живу на сушке. Индивидуально. Если я вам скажу какую-то цифру, она вам не поможет 100%. Нет, мы не в перископе познакомились, но Ксюша смотрела перископ постоянно. Тоже курицы наелись. Ну, мы тоже будем. У нас, видите, как график сдвинут. Мы, блин, в 2 часа ночи только начинаем грудки жарить. Да, надо менять что-то. Да, вон, видите, альфовскую футболку надела. Эту, кстати, футболку мне подарил очень крутой дядя. Это как бы, ну, не покупная. Это ихняя альфовская. Во сколько встаете? Как выспимся, так и встанем. Есть охота. Индейка? Ну, ничего-то не очень она. С ФСО. Дядя очень мне хороший и знакомый товарищ. Как живот убрать? Куриную грудку есть, овощи и
кардио делать много и тренироваться. Какой спор? Какой спор проиграл? Нет, кушать надо много, но правильно. Часто, понемножку, но правильно. Проснулся, творог поесть, а тут вы. А тут мы со своей грудкой. Да. Сюхован жилки вырезает из этих, как его, как они И все называются. равно чувствуется, в принципе, потом. Как сузить талию? Убрать лишний жир на талии. Но если талия широкая, то, к сожалению, никак. Все правильно. Пахать в зале, потом в столовой, родину любить, да, и близких. Живот втягивать, и живота не будет. Ну, да, я вот Вакуум делать нужно, вакуум делать, да. который я и делаю. Надо мне научить Ваню вакуум делать. Во, ребят, гриль вот. Просто бомбовый гриль, Тефаль. Всего, вот видите, два режима, три. Две кнопки, больше ничего не нужно. Как его делать? Живот втягивать и дышать грудью. Там, господи, в Ютубе есть. Да, если кому-то интересно, наберите в Я Ютубе. всегда в Ютубе набираю. Ну, ты знаешь, там столько помойки. Так надо из помойки выбрать самое такое. Если есть желание, есть, можно все Да. найти. Речь пиано показывает, да. Нет, рис в пакетике, вот он, видите, в пакетике варится. Блять, камера вообще фокусирует, она в темноте даже раз, Да, хуяк, она и очень она ловит классная. свет, и вообще офигенно. Я не ношу для талии пояс, у меня талия ни уже, ни шире, не стала. Она такая, как генетически задана, если у меня лишнего ничего нету особо на боках. Живот, конечно, от еды выпирает немного, но Ну, это то. молоток нужен. Молоток? Да. Ну ты молоток. Так, залазим вот сюда. Берем молоток Ух с ты, какой у зубчиками. тебя молоток-то. Настоящий молоток. Ты сейчас будешь соседей будить. Слушай, знаешь что, Я здесь, не наверное, жестко. здесь будет греметь. Может, Но вот я здесь на это постучать? стучу, не рассчитывай, пожалуйста. Да пофигу, стучи. Сейчас брызги будут лететь, наверное, Нет, нормально, я делаю. да? Там нужна тарелочка еще. Вон там. Сверху, смотри, какая. Чё, демотайс? Демотайс, чё? У меня, смотрите, вот видите, ИЗО 100. Из демотайза это практически один продукт. ИЗО 100. Очень, очень крутой протеин, на мой взгляд. Это лучший продукт у демотайза. Лучший, и все. Другие особо там я не пользуюсь. Ну, еще аминокислоты там. Кормовые можно. Вот, смотри. Блять, рис уже убежал. Чего там? Ну-ка посмотрим. Так, смотрите где. Ух ты, ёпти. Так, и что, сюда по одной Да, или тут по просто две? сначала Тогда она по две даже войдет. я кладу, да, там сколько влезет. Просто эти удаленные, они очень удобные. А. Так, что-то, короче. Так, секрет, секрет. Так, берем. Берем и пиздим. Ну, легонько, потому что, ну. Да, нормально мочи ее. По полной. Дай ей пиздюлей. Где палево мое масло? Специи, вот. Вот они, специи, смотрите. Вот, видите, специи. Они прям вон там, в пакетике. Тут разные я сейчас делаю. Да, мы сейчас будем разные. Магги. От магги, да? Да. Ну, пока. Руки. Руки очень красивые у Ксюши. Да там вот что гремит. Видите, целая тут история. Это не тарелка. Убери мне за ушко, пожалуйста, волосы. Да ладно. Это как, вот так? Да. Я не И за умею. это. Я не умею.
Блин, я впервые это делаю. Все бывает в первый раз. Учись, Вань. А кто там? Много человек? 24. Время 3 час. Народ не спит на себя. Спит вообще. Мы с тобой это пример плохой подаем. Вообще просто. Без масла. Без масла же, да? Да, без масла. Без масла. Конечно. Да мы тоже с тренировки, можно сказать. Ну, блин, я вообще не тренировалась. Я буду завтра тренироваться. Они сочнее получаются, если не отбивать. Так, у нас сегодня повар. Слушай. Становится. И Ксюша. Сочные, кстати, потому что, ну, я делала уже, и сочные. И просто не надо передерживать. Да. А у меня, смотрите, что. 2 торта. Взял. Птичье молоко. Молоко райской птицы с халвой. Что у нас? Яйца есть, овощи. Огурцы, творог. Еще у нас есть смородина, клубника и еще что-то. И мята есть еще. Витаминчики. В Перекрестке продается. Только в Перекрестке. Именно вот этой фирмы. Другие. Да. Что у нас еще есть? Джентропин есть, короче. Лайм есть. Кефир есть. Вот, это то, что у нас есть. Надо разогреть сковородку. Неспокойной ночи вам желаю. Неспокойной? Спасибо, а вам спокойной. Приятной ночи. Везет мне? Покажи мне, пожалуйста. Блин. А включить плиту вот эту? Так, да. Нет, это не а, надо. Это не надо? Нет, вот это вот плита, вот это шестерка на максимум. Это что, электрическая? Ну, такая, да. Электрическая. Лучше, конечно, газовая. Газовая? Да. Да ладно, газ это вообще ужас. Надо керамическую, которая... В общем, когда она нагреется... Да, можно... я намил дранать. Смотри, чтобы она нагрелась. Все. Молоко выкинул, ну, просрочилось, 100 лет там лежало. Чтобы она сильно нагрелась сначала. Потом... Прям сильно нагрелась? Ну, не, вот на шестерке все правильно. На шестерке, да. Да. Но она такая, как бы не очень быстро греется. Не очень быстро. Ну, в своей квартире поставим керамику. Или вообще индукционную. Она за 3 секунды. Слушай, это получается. Давай по 2. Пихай по 2, а то так... у тебя пакетов не хватит. Нет, хватит, если. А ты ту ее скучкую немного. На пакете вот так. И вторую уложи. Будет вообще огонь. Так, так, секрет. Вот, смотрите. Это анаболические грудки. Значит, здесь раскрошен туринабол, метан-дианон, крошки, сразу? Крошки. И они что, залепляются сразу? Смотри, они как сразу о, маринуются. Так, то видели? Есть, это вообще очень здорово. Видели? Очень просто и вкусно чё? Очень. И прям в пакете жарится? Да. О, и прям пакетик кладется на эту. Сейчас я потом все положу. Сейчас оно просто не разогреется. Так, это у нас было... А долго жарится? Вот. Это у нас было... По-итальянски. Мне, вот мне нравится очень с томатом, базиликом. Вообще мне все нравятся, вкусные очень все. Три вкуса. Ну, давай делай. Вот. Так. Не спать, Ваня. В масле с устом обжарить. Не, в масле я не... По 6 минут с каждой стороны? По 6 минут, ну по 5. По 5? По 5. А у нас она поместится вся на эту сковородку? Нет, ну мы будем сначала один пакетик. Ну, 2 пакетика туда войдут запросто. 3 даже. Вот. Глутамат. Ты по 2 штуки, да, так накладывай. Да, да, да. Так может тогда еще плитки по... У меня еще 2 этих есть. Давай я еще 2 включу. Да не быстро плитки готовят. Сейчас, подожди, сейчас я сделаю. У меня еще 2 сковородки, там тоже по пакетику влезет. Сейчас все, короче, повключаю. Сейчас мы все сделаем. Так. Пусть коптятся. Блядь.
Ой. Так, а это что? Россия, что такое? Не понял. Так, раз, два. Так, это вот это. Это вот это. Это вот это. А это что? А, блядь. Не понял. Что, можно считать? Да, нормально. Не, ну какая-то это. Неправильная какая-то. Вот так, наверное. Хер знает. Пусть так будет. Почему бедная Ксю? Ну-ка, обоснуйте. Не бедная, абсолютно. Я счастливая, Ксю. Почему по ночам не спишь? Короче, я все попытался включить, а я сейчас рис уже выключу. А, мы на рис вот сюда поставим. А как там? Посмотри, пожалуйста, там как она вот появилась. Это? Да. Да. Так, наверное. Сейчас все. Нет, я буду сама. Посуду ей мыть, а потому что тебе посуду мыть. Да я помою посуду. Думаю. Не переживайте. Мы как-нибудь разберемся здесь. А, работает. Чё, да. Маги, да, маги. Очень советую. У кого нет. Что за нож? Это икеевский нож. Хороший, кстати. Нож вообще классный. Режет вообще супер. Бэтмен или Супермен? Это Джокер. Джокер, блин. Дэдпул. Джокер. А тренировки пресса, если не бока захватывать, конечно, будет расти. Если бока качаете. Чисто пресс, если вы умеете только пресс качать, то не будет. Отлично, очень просто. Вон, смотрите, листочков понаделала. Сейчас, короче, что-то будет. Так, короче, я это заднее выключу. Хотя оно тоже шпарит. Так. Блять, сварился мой рис или нет? Нихера не сварился, походу, еще. Пусть еще поварится. Так. Вкуснятина будет, если не сожгете. Да, да не сожгем. Своей газовой плите, как она. Когда Ксю с тобой, ты посуду моешь или она? А мы второй раз всего здесь. Мы еще не распределились. Да не переварю, пусть чуть это. Ксюша, мы в тебя верим. Да, от плиты жар вообще, огонь, все комфортно. Нет, у кого нет гриля, например, это такой хороший вариант. Вкусный вообще. На сушке такие грудки? Я думаю, да. Когда соль можно, и когда все приправы можно, то можно. Я думаю, по-любому можно, конечно. Почему нет? Так, дай мне теперь лопаточку. Лопаточка вот тут. Хорошая лопаточка. Так, ну что? Сейчас я рис удалю. Первый пошел. Подожди секунду. Угу. Тут уже все. А надо прям на раскаленный, да? Ну да. Потом уменьшить. Ну, уменьшить можно там как-нибудь. Сейчас погодите. Так, я вот эту дальнюю непонятную выключу. А, не вот это три. О, три даже. Да. А ты их это ближе сюда. Углы можно загнуть. Три не влезет. Посмотрим. А сколько всего? Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Раз, два, три, четыре. Разве вкуса по две штуки? Ну тогда по две. И туда по одной, да? Или по две тоже влезет. Че, вот это убавить надо? Ну, на сколько? По две влезет? Или по одной? По одной. А потом еще. Ну ладно. Так, смотрите, вот по два пакетика здесь. А что там завернулся? Нормально? Они жарятся быстро достаточно. Не сгорели, самое главное. Да не, они это, наверное, не сгорят. Так, надо перевернуть. Уже перевернуть? Ну, они какие-то, смотри, видишь, как там горит вот это? А, ну да, она шпарит на всю.
Она просто мега херачит. Переворачивай. Так, надо еще перевернуть так ее правильно. Во, нормально. А, я боюсь. Да и ляпай, раз, и все, нормально. Ничего страшного не будет. Так, вот, все. Фига себе. Прям хоп ее. Во, ништяк. Смотрите, мастер. Опа, все нормально. Так, ну, огонь же... надо поменьше. Поменьше. Давай я поубираю, да. На трешки, наверное, поставлю. Подождемся. Бать, какой 3 минуты тут она за... Да потому что у тебя вообще не какая-то она адская. Ну, ты же сказала, надо разогреть по максимуму. Я тебе разогрел по максимуму. Мне кажется, все уже. Все? Вот это, мне кажется, готово уже. Да ладно, за 1 минуту? Она точно должна быть. Она, кажется, сгорят. Видишь, специи уже сгорели все. Да? Нихера себе. Надо это попробовать, пока она внутри. Ну, я сейчас убавил. Она прожарилась, вот это уже прожарилось. Давай, я убавил. Все, убавил. Сейчас пусть чуть-чуть. А ты их еще крутани по разу. Вот эту прям переворачивай. Вот это очень сильная конфорка, пипец. Я на ней всегда. Ну, давай еще раз крутани. А-а-а! Ну ладно, все, хрен с ним. Нет, уже надо вытаскивать. Точно? Снимай. Блин, мне кажется, все. Ваня. Чего? Да все нормально. Чего? А, надо специи эти черные. Специи, да, вот эти черные сгоревшие. Да фиг с ними. Знаешь что, ты выкладывай, я буду их это ножичком вынимать. Так, вот эту включаем. Кидай сюда пакет. Все, мне кажется, не рисует. Сырые? Сейчас посмотрим. Вот эти, наверное, уже точно не сырые. Ты ее ложи сюда, сюда. Во, какие нахер сырые? Вот это не сырые. Нет, я не специальные. Запах вообще обалденный. Запах. Сырые они все. Они не сырые. Сейчас проверим, сырые или не сырые, е-мое. Че кричать-то? А ты положила... Еще один пакет тебе остался или нет? Да. А где он? Вот. Давай, клади его сюда. А? Жесткая. Вот эти уже сгорели, мне кажется. Вон те? Да. Они на нуле. У нас паника, да? Я на 3 сковородках никогда не знаю. На 3 сковородках. Подожди, сейчас, секунду. По-моему, они сырые. Да? Да. Хотя, не факт. Если что, на гриле дожарим. Нет, мне так не устраивает. Да ладно, сейчас разберемся. Эти какие-то красивые. Так, а эти 2 остались, да? Их не надо перевернуть? Давай, иди переворачивай, я это убью. Разрежь там, посмотри, как они. Да и вроде бы мягкие, прикольные. Ща. Хрен его знает. Вай, разрежь просто их. Да вот я разрежу. Короче, что бариться, я сейчас кусок возьму. Вот это попробую. Блин. Чё? Ну, если сырая, на гриле сейчас докидаем. Ну, по-моему, зажарено. Попробуй. Это, по-моему, одна из первых. Не, она белая. Нормально. Попробуй. Она не горячая? Нет. Аккуратно. Самый раз. А эти не надо перевернуть? Ну, перевернула. Выглядит, да. Выглядит не очень, ты что можно съесть, да что угодно. Съешьте грудку, съешьте... А что ты снимаешь? Это пусть пожарится, нет? Мне кажется, вот это надо еще пожарить. Или уже сгорело все. Видишь, сгорят эти специи. Значит, надо это... Она должна быть мягкая прям такая. Ну так она мягкая. Вот. Да, выглядит нормально. Че грудка отбитая была? Грудка отбитая, тоненькая, поэтому она прожарилась моментом. Она реально, по-моему, классная. Мы попробовали, все супер. Так вот. Не завидуйте, короче. Вот, видели?
Нет, она прожарилась, прожарилась, потому что... Все отлично. Просто... А, ну да, она отбитая, поэтому... Да, не завидуйте. Блин, вкуснятина, смотрите, какая. Черная мразь. Вы гады, я сейчас в магазин побегу за... Бегите, давай покажем еще раз пакетик. Это классная штука. А там осталось еще. Кстати, это походу крутая вообще тема. Видите пакетики какие? Сейчас съедим, да. Пальчики оближешь просто. Ты курс молодого бойца прошла. Ура! Что там на этих пакетиках она... Зачем на сковороде, если есть гриль? А мы просто решили попробовать. Да, мы в пакетах просто. Видите, какая штука получилась? На гриле-то так не получится. На гриле-то так не получится. Вот пакеты. Все, пакеты можно отправить. Кстати, можно такую бумагу просто купить отдельно и делать уже, ну, как самой маринад. Я тоже так делаю. Да? Да. Ну, ладно, мы будем пользоваться вот этими. Да, но это вообще очень вкусно получается. Спасибо тебе за этот рецепт. О, да пожалуйста. Чего готовую купить? Готовую вы говно купите. Ой, да, ну, сухая вся будет. А, бумагу? Бумагу, да, согласен. Я думал, грудку готовую. В пакетах на гриле не получится. Я пробовал, сгорело все нахер. Да. Кстати, сковороды чистые. Да, они их даже... Его можно просто протереть все. Потому что сковороду и масла не надо никакого наливать. Поэтому... Да, вообще. Вообще в пакетах это очень здорово. Вообще огонь. Чтобы масло не... Видали? Полкило грудки здесь. Сейчас мы будем есть. Так, еще надо салат сейчас. Давай салат, да. Так. А ты рис, пожалуйста. Сейчас. Надо. Сейчас я выну рис свой. Вон мой рис тут разбухший. Так, народ, 3 секунды. Блин. Сейчас телефон поставлю. Надо руки освободить. Сегодня альфовец меня кормит. Да, вот смотрите. Ксю, что мне там пишет? Чего? Привет, привет всем. Когда пельмени теперь лепить будем? Не, пельмени это... Пельмени мы не будем лепить. Салат будешь делать? А ты делай один большой. Да, чтобы два не делать. Ну, для себя и для тебя. Ну, без брынзы или с брынзой. С брынзой. Давай. С брынзой. Так, я грудку-то отсюда уберу. Ваня сам как пельмень. Большая. Нет, у хинкалина. Хинкалина? Хинкалина. Большая и сочная. Пакеты убираю. Сюда с такого ракурса на жиробаса похож. Нет, он не жиробас, не надо. Жиробас. Не-не-не. Такой рыбацкий, как рыбак такой, знаете, пивной. Нет. В тени. Знаешь, такая реклама есть, когда там идет такой мэн с этим с пузом, и тут вдруг такие симпатичные девчонки так, опа, все втягивает в себя. Так, давай, бери овощи, а я пока полосну быстро по эту посуду, тарелку убираю. Чё, народ, как вам рецепт? Так, 4 огурца на последний? Два. Помидоров там мелких штук 8. Салат, перец целый. Редиска есть? Редиска. Не, редиска в этот не пойдет. Там выглядит вообще огонь. Да мы попробовали уже кусочек, причем которую быстрее всего сняли. Она нормальная, она очень тоненькая, поэтому она приготовилась прям моментом. Да, у меня 5 минут, наверное, жарится на газ. Ну смотря какой огонь, если мы просто раскалили. Ну да, у тебя просто вообще нереально она быстрая.
Когда сушка, когда маску наберу, потом буду сушиться. Пока набрать пытаюсь. Так, надо так, чтобы о, наш американский товарищ во Флориде. Мы вчера, кстати, списались ВКонтакте. Ждем в гости. А кепочек у нас будет? Нет, есть один, там желтый. Так. Не, вот который вчера купили. Будь здоров. Эти надо выкинуть, мне кажется. Эти ужасные уже, устаревшие. Ну, ну шутя. Делайте визу, прилетайте. А его убирай. Мне жалко лично брать. Нафиг, но они просто очень давно. Качество очень. Видео супер, да. Да, это у нас еще темнота такая прям. Здесь до сих пор что-то еще греется. Блин, что-то я расчихался. Чего расчихался? Я сейчас чихнул. Так, давай тут разговаривай. Ногти мне показать. Ой, что-то ой, ну тут сейчас просто через да, нормально. Передать. Нормально будет, покажи. Ну так, издалека. Собачка. Ну вот как вам? Мне не очень, не очень. Видео не передает просто реальную картину, да. Потому что реально уёбки сделали. Просто вот уродно. Ужасно, на самом деле очень так как-то. А ты чуть подальше. Вот так. Не видно? Ну, высвечивает просто. Высвечивает. Вот так вдалеке, в принципе, ничего смотрится. Вдалеке смотрится. Ничего, вблизи, руки вырвать мастеру. Просто, блядь, в руки вырвать. Мне понравилось, прикольно. Все нравится. Ну, потому что камера, ты, ну, издалека он, прикольно. Он похож на свадебный. На свадебный? Да. Не знаю. Так, вот это. Низко. Так, все, общайтесь, Ксюха, я пойду по дивану на 5 минут. Давай. Расскажи, что там на свадебный похож, я тоже так думаю. Там на картинке совершенно другого был. По делам. Да, он деловой. Как отец с дочкой. Мне 23 года. Ой, кстати, будет скоро 24, 15 апреля. Так что 24. У нас в квартире такой запах стоит. Просто скончаться можно, если кто голодный. Просто везде. А, да. Пахнет просто вообще офигенно. В Москве. Мы в Москве. Сколько помидоров? 6-8. Ну, вообще, я для себя пошла туда заниматься. Потому что была пончиком. Как я, ну, я так думала, что я пончик. Вот. Сначала ходила на групповые, потом я поняла, что без толку. И перешла на силовые тренажеры. В интернете все искала, все техники, как делать, что делать, приседать. Теперь у меня есть, кто меня будет накачивать. Я весила 62, по-моему. Вот это такой прям вот вес был для меня большой. Фитнес-блогером вообще на самом деле хотелось. Сначала нужно выучиться на тренера. Я бы очень хотела. А рост у меня маленький. Я 1,60 м. Шкет.
Сейчас я вешу... Ой, я давно не взвешивалась. Наверное, сейчас 54. Да, я хочу учиться дальше. Ну, на тренера имею. Мне это интересно. Сколько у Вани рост? Вань, у тебя 1.71 м. 1.72 м. Мне бы так хотелось. А на самом деле 1.70 м, наверное. Как давно с Ваней? По ощущениям, мне кажется, что мы знакомы всю жизнь. Да, Ваня? Да. Можно я подсмотрю? Конечно. Вообще, я кожуру чищусь. Ну, ладно, ты любишь крупно? Угу. Пофиг. Чё там? Смотри, пальчик не отрежь. Тебя отвлекут сейчас. Ладно, я буду покрупнее резать. Чё там? Спасибо большое. Говорит, улыбка мне красивая. Да, она вся красивая, не только улыбка. Арочные ногти делать, я не понимаю. Вань, скажи Ксю, пусть арочные. Арочные? Но мне вроде как она сегодня делала арочные, я что-то такое слышала, но... Мы особо не шарим в этих арочных. Да, или ты много отрезаю. Да нормально. Это просто... Туда просто они виноваты. Скапливается там. Да, они виноваты. Я уж привыкла. Да и режь. Ну, она мне сказала, что она арочная как-то делает вообще. Короче, я в этом вообще не разбираюсь. Я никогда себе не наращивала ногти, потому что я думала, что это все пустая трата денег. Я сама всегда себе делала. На самом деле это красиво. Красиво. Если красиво сделать. Мы переделаем, короче. Найдем мастера хорошего. Нет, Ваня ждет меня. Нет, я знаешь, меня аж успокаивает. Я смотрю на твои руки. Да? Да. На четыре части решу. А тебе не нравится мелко? В смысле крупно? Нет, мне нравится и крупно, и мелко. Я вчера сделал. Нормально? Нормально. Ты хорошо сделал. Вообще вчера. Во сколько вы просыпаетесь? Как проснемся? Знаете, мы не можем вам сказать, потому что мы еще не просыпались ни разу. Ну да. Да? Угу. Вот. Откроем вам секрет завтра. Или не откроем? Блин, на самом деле завтра надо рано. Бухгалтерша, блин, забыла какие-то документы. Завтра опять в налоговую. Все же последний день этот отчетный. Мы же как это всегда в последний день все делаем. Завтра в налоговую. Блин, смотри, ну, прям душа радуется. После обеда можно. Мне очень интересно, а как тебя зовут? Девочка просто все время... Какая? Прям, девочка пишет, все время там радуется за нас. Там. Как тебя зовут? Няшки. А, Женя. Буду знать теперь. А какой ник? Воропаева. Воропаева Евгения, да. А ты занимаешься в нашем зале? В нашем уже? Нет, по-моему. В нашем. Нет, по-моему. Я, по-моему, ВКонтакте смотрел. Честно, не помню. А, по-моему, с другого города откуда, она да? Нет, не занимается. Я из Брянска. Да. Знаете, что вот эту мякоть вообще можно промыть, чтобы эти кости вылезти. О, у нас перец в перце, смотри, еще один внутри. Ага, я так и люблю. А ты съел. Кто успел, тот и съел. Ну. Я подсматриваю. Да, я родился в Москве. У меня родители, батя с Пензенской области, Нижний Ломок, мама с Рязанской области, Шацк. Я родился в Москве. Чего с тренировкой у нас? Тренировки каждый день. А Ксюша? Я тоже в Москве родилась. А родители? И мама у меня родилась в Москве, и папа у меня родился в Москве. Да ты коренная. Ну, почти, да. Она коренная.
Это я такой. Ну, кстати, по мне, никак не сказать, что я там коренная. Просто у меня есть туркменские корни. У Ксюши туркменские корни. Ксюша сейчас кем работает? Она учится. Почти пойдет учиться. На кого ты пойдешь учиться? На тренера. Воеводу лично не знаю. Здоровались пару раз и все. Где-то так, на соревнованиях. Просто мимо вот видео и все. Не знаю лично. Даже не общался. Как вот можно порезать? Давай я тебе покажу, смотри. Так. Красиво ты так режешь все время. Ну что, я тебе научу, если что. Чем могу, тем научу. Что там? Читай. Пока, ребят, телефон разрядился. Приятного. Спасибо большое. Спасибо. Спокойной ночи. Тут мякоть можно залить. Все, он тебя съест. Съешь меня? Нет, я оставлю себе. Не буду есть. Скоро вы уже есть будете. Да, сейчас все. Ай, блядь. С кровью, с кровью. Да нет, нормально. Мимо проскочила. Мы ждем, как мы будем кушать. А, не ждем. Не, она очень вкусная. Она сейчас, блин, уже остынет, но все равно. Все, мы идем сейчас. Блять, как салат. Там у вас 10 блюд будет. Все это наше добро. Салат с кровью. Да нормально. Крупно поедем. Что надо для того, чтобы стать тренером? Пойти учиться. Надо учиться, еще раз учиться. Да, кстати, не так хорошо. Набираться опыта. Опыта набираться надо у хороших людей, знающих. У нас и ужин, и крутой завтрак будет. Да. Давай. Давай. Жжик. Сколько времени-то вообще? Время? Счастливые часов не наблюдаю. Я вообще, на самом деле, в последнее время вообще не наблюдаю времени. Сколько и вообще, какой день недели. Мне все равно. Да. А какое образование надо или курсы? Ну, курсы есть. Ну, желательно, ну, колледж Вейдерна, как минимум. Вообще, ребят, знаете, курсы, это все такое. Основа такая, азы. Ну, надо развиваться, надо самому прочитать много книг еще. Биохимия, биомеханика, анатомия, физиология. Как можно больше информации из этого. Так. Еще как вырезать? Давай. Я не резать, я... Ты просто его общипываешь? Да, листы. Сколько средняя зарплата у тренера в Москве? Ну, с тренером... Блин, а тренер сколько заработает, да, столько его. Зависит от тренера. Зависит от тренера, где он работает. Нормальная зарплата тренера 100 тысяч. Ну, это... Нормальная. Ну, скажем, средняя, на мой взгляд, 50-70, наверное, такая. Но это уже маловато, конечно. Да, смотря какой еще тренер. Так, я нарву. Тогда... Угу. Так. Да, в месяц. Ну, конечно, в месяц. Да, конечно, месяц. Я пришел на помощь. Понедельно, ну... Да, кто на аренде работает, кто понедельно, кто как. Про условия много разных. На самом деле. Хватит на маме? Да хватит на маме. Вот. Это салат айсберг. На что ответить? Блин, скажи, ты не успеешь неделю. Ой. Ну, в итоге вы спите 7 часов. Ну, вообще, как бы, если ночью 4, плюс дневной сон, дневной он тоже очень хороший. Главное, как вы по самочувствию восстанавливаетесь или нет. Это уже индивидуально.
Понимаете, может быть, вам этого не хватает категорически. Может быть такое. Но это, конечно, плохо. Если вам этого хватает, вы восстанавливаетесь, то почему нет? Это очень индивидуальные вещи. По самочувствию, если вы восстанавливаетесь, то почему бы и нет? Вот. Так что это уже ваше там дело. Я хрен его знает. Я за вас не могу ответить на этот вопрос. Чего вам пока? Дай-ка. Опять пресс. Показать им пресс. Что мне этим прессом туда ставить? Вам каждый день его показывают. Каждый день уже его показывает пресс. Что в салате? Перчик желтенький, барбариса, ну фитакса. А помидорчики, огурчики и салат айсберг. И маслом сейчас зальем душистым. Да, салатик — это тема. Чё тема? Салатики. Салатик — это вообще супер тема. У нас грудки уже остыли 150 раз. Это плохо. Да ладно. Надо было сначала салат взять, а потом грудки. Надо было сначала, да. Ну, у нас... Ничего, первый раз. Все равно будет вкусное. Первый раз, нормально. Дочь? Ну, да, дочь у меня такая же. Чуть-чуть помладше. На 10 лет помладше. Дочке сейчас 13, Ксюше 23. 24 будет. Будет. Так и дочке будет 24. Скоро. 24? В смысле, блин, 14. Я когда с дочкой куда-нибудь иду, все думают, что это не дочка. Все думают, что это девочка. Как в Таиланде там. Да-да. У меня две Ксюши. Одной 13, другой 23. 24. 14, 24 уже. Ну, скоро. Округляй. Ну, полных и по 13 и 23. А тебе? Мне? Мне 35. Самый отличный возраст. Нет, 35. 58. Им 58. Им 58. А, на двоих. 35, да. Нет. Здесь кто-то новенький спрашивает, не знаю. Ну да. Мне кажется, у нас единственный перископ, где нету каких-нибудь бледей, малолеток, бухающих, еще каких-то людей. Все остальное просто... А знаешь, такую надо штуку купить, прям, знаешь, как? Для салата, да? Специально перемешивать, да. Тут можно две вилки. Есть такие специальные. А солила? Нет еще. Я боюсь пересолить. Да нормально, я соленую не люблю. Ну да, у меня длинные волосы, просто их убрала хвост. Ну как, у меня были раньше длинные волосы, сейчас такие. Сейчас просто длинные, раньше были длинные. Очень длинные. Очень длинные. Соли. Так, где хорошо сыпет? Вот это? Вот, это. Это вообще надо выкинуть. Сейчас как пересолю? Ну, сейчас посмотрим, как ты меня любишь. Я всегда пересолю. А ты чуть-чуть, а потом помешаем еще чуть-чуть, угу. Чтобы снизу. С короткими подошло бы. Не, ну у меня были такие каре. Но больше не хочу, хочу. Нет, масло, ну такое нерафинированное, с запахом которое. Оно вообще огонь. Ну, миска маловато, как для салата. Да нормально, нормально. Придерживаю чуть-чуть рукой. Очки для зрения. Всю жизнь в очках. Да, правильно, не слушай. Длинные волосы, огонь. Я тоже поддерживаю. Не, короткие не. Мне тоже не нравятся короткие. Короткие — это все-таки какие-то уже, блядь, пацанские наклонности. Короткие бывают разные, там... Бывает каре, да, там, ну, еще нормально кому-то идет. Я линзы не ношу, мне проблемно носить. Надо еще нам посолить. Угу. Посоли еще, помнишь? Блин, салат вообще просто бомба.
Да соли, не бойся. Сейчас покажем. Сейчас покажу вам салат. Салат просто сказочный. Смотрите, какой красивый. Прям лето. Груди, да, груди уже остыли. Ну ладно, хрен с ним. Нам не впервой. Вот здесь горячие груди. Так есть хочу вот сейчас. Тут. Я готовлю сейчас слона съесть. Что за салат? Ну, греческий. Получается. Какая национальность у Ксюши? Русская. 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 С туркменскими корнями, да? Ну да. А кто у тебя был? Ой, это у меня был дедушка по папиной стороне. Дедушка по папиной стороне туркмен. Это, наверное, еще во времена этого. Ой, не дедушка, а отец. Отец. Отец, по-моему. Отец дедушки? Нет. У моего папа был, ой, папа. Твой дедушка. Да, мой дедушка. Дедушка у нее по папиной линии. Сколько мы в день спите, блин, мы. Это прям вообще так это волнует. Да, мы это самое. Еще не знаем, сколько мы спим, мы еще не спали ни разу. Блин, что вообще говорю? Так, ну что, мы садимся и поговорим. Речь про сон. Не проспите, а сон. Сколько получится, сколько надо, столько и спим. Все, пошли есть. Так, ну что, нам отключиться или дальше будем болтать, когда мы будем есть? Ну, ты как хочешь. Отключаемся? Все равно. Дальше? Нет, нет. Ладно, сейчас я вас сюда посмотрите. Вот наша грудка. У нас, короче, все с одной тарелки. Подожди, еще есть такой стул, да, принесу вот такой мягкий. Сейчас, 5 секунд. Во, мне тут, кстати, подарки водовоз привез. Да, она уже остыла. Может, ее в микроволновке подогреть? Не надо? Да ладно, мы так ее съедим. Она еще не задубела, я думаю. Да, не надо микроволновки. Может быть, мы вообще уйдем. Да. Микроволновки ее можно. Микроволновки это уж если вы там совсем складываете. Если вы уже совсем. Ой. Так, сейчас я это поставлю на телефон. Ой, блин, у меня еще рис. Все, мы начинаем есть. Сейчас сначала бы салат. Рис, вот, мой рис.